такое внешний автоморфизм группы перестановок на 6 элементах. Ребята, вообще надо сказать, что когда вы учите математику, всегда важно учить нетривиальные примеры. Вот то, что я сейчас расскажу, это пример совершенно нетривиальный. Вам покажется сначала, а почему вообще рассмотрели 6? Почему, извините, не 5, не 4? Ответ. А потому что для группы перестановок на 6 элементах внешний автоморфизм есть. А ни у каких других симметрических групп нет внешнего автоморфизма. Я уже говорил вам в начале лекции, когда камеры не было, это было открыто в 1895 году. После этого была статья об этом более понятная в 1958 году и, что называется, совсем понятная в 1982 или что-то вроде этого. То есть, вы заметите, порядка 100 лет потребовалось алгебраистам для того, чтобы полностью разобраться в этой самой теореме. Значит, итак, теорема. S6 обладает внешним автоморфизмом. S6 имеет внешний автоморфизм. Если n не равно 6, то внешнего нет. Внешнего автоморфизма ни при каких других значениях n, ну, внешнего автоморфизма у группы S6, автоморфизма группы Sn. Согласитесь, теорема действительно красивая, неожиданная. Часть о несуществовании доказать, пожалуй, легче, чем часть о существовании. Поэтому я с этого начну. А часть о существовании – это пример. Причем, когда мы будем строить этот пример, вы действительно увидите вот во всей красе эти перестановки, и станет действительно намного понятнее, что же у нас есть. Вот, ребят, для того, чтобы доказать вам несуществование, когда n не равно 6, внешнего автоморфизма, давайте задумаемся вот о чем. Представьте себе, что у вас есть какая-нибудь перестановка, которая, x эта перестановка, подвержена операции g минус 1, где g — это тоже перестановка на тех же самых n элементах. Я сейчас выпишу в каком-то достаточно явном виде перестановку. Ну, например, что такое может быть x? X — это может быть цикл 1, 3, 8, 9, 4, 5, 6 и здесь 7. Да? Замечательно. И g — это тоже пусть будет какая-то конкретная перестановка. Например, это будет цикл 1, 2, 8, и здесь вот цикл 4, 7. Отлично. Что? Принцип такой, если чего-то нет, значит оно стоит на месте. Все, Сенеч. Так, а теперь у меня все есть. От единицы до девятки элементов 9. Что? От единицы до девятки элементов 9. Давай, что? Ну. Вы не говорили? Вы хотите, чтобы я сюда написал еще 3, да? Нет. Сюда написал. Я говорю про верхнюю строчку. 6, так? Почему там есть цикл из 4? Не понял. Не понял. Если есть перестановка на 9 элементах, почему я могу 4 переставлять? А? Нет, секунду. Как
когда я отображал элемент таким образом, что вот он там действовал при помощи умножения, это одна ситуация. Тогда у меня просто хитрая, тогда формула, да? Каждый элемент умножается на число а с одной и той же стороны, да? Вот, это совсем другое. А здесь у меня просто какая-то перестановка. Здесь просто приказ. Вот отображение, как единицу переводится тройку, тройку, восьмерку, восьмерку, девятку, девятку, единицу. Здесь числа могли быть написаны любые. Главное, что они здесь не повторяются, и все. Больше никаких требований на это нет. Теперь понятно? Так вот, ребята, один из важных моментов, когда вы учите эту самую теорию перестановок, заключается в следующем. Глядя на эти две строки, суметь сразу продиктовать ответ. И это легко. А ответ на что? А? Ответ на что? Что это такое? Нет, пожалуйста, я, поскольку я вижу, что вы сюда молодые, неопытные, я могу вам этот ответ, в смысле, написать формулу, которую вам сейчас нужно реально посчитать. Что вам сейчас нужно посчитать? Вам нужно посчитать, когда написано отображение G, правильно? Пожалуйста, я вам напишу отображение G. Это 1, 2, 8, 4, 7, 3, 5, 6. Хотя, если честно, не буду писать. Ладно, что делать. После этого надо написать X. Это 1, 3, 8, 9. Дальше 4, 5, 6. И 7, 2. И после этого написать G минус 1. Кстати, что такое g минус 1? Это надо написать тот же самый цикл, только в обратном порядке. То есть не 1, 2, 8, а 1, что? 8, 2. Да? Здесь то же самое. 4, 7, потому что в обратном порядке будет то же самое. И вот эти будет на самом деле то же самое. То есть 3. Одно число не меняется, остальное в обратном. А? Что? Одно число не меняется, остальное в обратном. В обратном порядке, да. Ну, можно считать, что здесь в обратном порядке, потому что на одном месте как-то так, так, это одно и то же. Замечательно, смотрите, длиннющая строчка. Но вот давайте подумаем и поймем, что на самом деле можно ответ написать сразу. А, что, идея такая. Вот что мы здесь делаем? G-1. Ребята, это значит, что мы берем и, так сказать, убираем, да, идем по отражению в обратную сторону. Потом мы там делаем X и потом возвращаем. Господа, структура будет такая же у ответа. Совсем такая же. Вот 4 было, значит будет 4. 3 было, значит будет 3. И здесь по одному. И при этом надо просто на каждое из вот этих чисел подействовать отображением G. И это очевидно. Давайте я сейчас попытаюсь это сделать. Итак, число 1 было, под действием G куда переходит? В двойку. Число 3 было, под действием G куда переходит? Само в себя. Число 8 было, под действием G куда было? Переходит. В единицу. Число 9 было, куда переходит под действием? Кстати, это 9 забыл. Ну, правда, это неинтересно. Совсем неинтересно. Значит, число 9 куда переходит под действием? А? 6. Девятку. Девятку. Под действием G она переходит в девятку. Да. Так, замечательно. Теперь четверка куда под действием G переходит? Семерка. Пятерка куда? Сама в себя. И шестерка? Сама в себя. Так, семерка куда? В четверку. А это куда? А? Восьмерка, хотя это совершенно не важно. Народ, поймите, пожалуйста. Восьмерка переходит в единицу. Девятка в девятку. Нет, двойка туда переходит. По 10 уже. Восьмерка. И все. Мы переходим мы на элементы перестановки X действуем при помощи G. То есть, еще раз, если кто-то хочет это реально понять, то есть следующий способ. Ребята, просто те, кто выключаются, не надо думать, что потом включитесь. Есть вандерварден алгебра, там абсолютно внятно это все написано. Каргополов и Мерзляков, теория групп, советую. Ну, там трудно, но тем не менее. И вот, а главное, нужно несколько раз посмотреть лекцию. Ну, в общем, по алгебре много всяких текстов. Надо просто суметь это понять.
Ну, потому что если вы перестали понимать, то, конечно, дальше уже все бесполезно. Надо просто вернуться, осознать. Итак, давайте поймем, почему. Потому что, смотрите, вот берем какой-нибудь элементик. Вот что такое здесь написано 2? 2 написано здесь потому, что под действием G именно сюда перешла единица. Правильно? Значит, G в минус 1 – это 1. Перешел от него X. Получаешь 3. А 3 перешла под действием G. Ну, какое число хотите проверять? Хотите пятерку проверить? Единицу. Единицу хочешь проверить? Пожалуйста, единица. Вот давайте обсудим, почему. Потому что, что значит единица G в минус 1? Под действием G переходит в двойку, а в единицу переходит восьмерка. Значит, G в минус 1 от единицы – это восьмерка. Восьмерка под действием X переходит в девятку. А девятка под действием G переходит в девятку. Это здесь написано. Ребята, это просто очевидная вещь. Надо в строчке, где написан X, каждое число заменить на G от этого числа. Понятно? Чтобы сделать GX, G в минус 1, вы должны там, где X разложен на циклы, каждое число заменить на G от этого числа. В результате, между прочим, циклическая структура у сопряженных элементов строго одна и та же. Вот это важно понимать. Это важно понимать. Поэтому если у вас какие-то два элемента сопряжены, элемент X и элемент GX, G минус 1 называются сопряженными. Если у вас какие-то два элемента сопряжены, то у них одинаковая циклическая структура. И наоборот, если у вас в группе SN есть два элемента одинаковой циклической структуры, то они обязательно сопряжены. Так вот, оказывается, господа, что то, что при n не равно 6, нет внешнего автоморфизма, как раз и следует из того замечания, которое я только что объяснял. Давайте я попытаюсь это объяснить. Это тяжело. На самом деле, это достаточно тяжелая штука для вас. Но я все равно попытаюсь. Дорогие мои, скажите мне, пожалуйста, сколько штук в группе SN преобразований такого вида, которые меняют местами ровно два элемента и никакие другие. Сколько, повторяю вопрос, в симметрической группе SN преобразований, каждая из которых это которые меняют местами два элемента и ничего больше. Число сочетаний из n по 2. Замечательно. А это сколько? Число сочетаний из n по 2 это? N минус 1. N умножить на n минус 1. Так, господа, вот это понятно или нет? Потому что первый элемент можно выбрать. Сколько способов? N способ. Второй. N минус 1. Ну, пополам, потому что писать А, Б или писать Б, это что? Это одно. Отлично. Теперь я задам вам вопрос более интересный. Скажите, пожалуйста, сколько в группе S6? Давайте возьмем конкретную нашу группу S6, потому что она нам интересна. Существует элементов, а теперь я буду писать, значит, так, вида АВ мы уже знаем. 6 на 5 пополам, сколько? 15. 15. Вот, а теперь такого вида. АВ, СД. А теперь такого вида. АВ, СД. ЕФ. Итак, сколько существует перестановок вот такой циклической структуры? Да. Число сочетания 6
подло на число сочетания из шести подло, это хорошо. На число сочетания из четырех подло пополам. Да. Пополам. Молодец, пополам. Потому что надо выбрать два элемента сюда, где. После этого надо выбрать любые два элемента сюда и еще не забыть, что их можно переставлять. Отлично. То есть это 6 на 5 пополам, 4 на 3 пополам и все это пополам. Кто бы мне сказал, сколько это будет? 15. Здесь 15. 45. На 6 пополам. А? 45. 45. Хорошо. А дайте сколько? Число сочетания 6 подво, на число сочетания 4 подво, на число сочетания 2 подво. Делить. Ну, 2 подво это особенно значение, значит, да. Делить на. Делить на это на 6. На 3 подво. На количество перестановок на этих трех элементов. Совершенно верно, на 6. Поехали считать. 15. Это будет 15, 6, 1, делить на 6, сколько будет? 15. Это будет 15. Ребята, на самом деле, вот в этом секрет фильма. Смотрите, когда у меня группа на 6 элементах, это 6, из-за этого существует внешний автоматизм в группе перестановок на 6 элементах, и оказывается, что ни в каком другом случае этого не бывает. Во-первых, давайте я объясню, почему, если у вас n не равно 6, то вот такого типа совпадений не бывает. Это нам очень важно. Значит, ребят, давайте выписывать формулу и, собственно говоря, смотреть уравнение. Итак, просто пишем уравнение. Первое уравнение звучит понятно как, да? Мы, собственно, уже писали. N умножить на n минус 1 пополам. N умножить на n минус 1 пополам. Умножить на n минус 2 на n минус 3 пополам. И все это делить еще пополам. Вопрос, бывает такое или нет? Ну, легчайшая задача. n минус 1 сокращается вот с этим, пополам сокращается вот с этим, и мы получаем такое уравнение. 4 это n минус 2 умножить на n минус 3. Как вы считаете, бывает такое для натурального числа? Если в качестве n подставляешь двойку, то это будет 0. Если в тройку, то это будет тоже 0. Четверку это будет 2жды 1, это не 4. Не надо, зачем? Я уже быстрее перебором делаю. Пятерку это будет 3 умножить на 2, это уже 6, уже слишком много. Возрастающая функция, которая принимает значение 0, 0, 2 и уже дальше слишком большое, да? Когда в качестве n берешь четверку, то здесь получается 2. Когда в качестве n берешь пятерку, то здесь уже получается 6, это уже слишком. А когда шестерку взять вместо? Дальше уже поздно, уже все, уже большое число. Возрастающая функция, Коля. Стоп. А почему тогда для этой шестерки так? А потому что, смотри, у меня здесь было 45. А я вот здесь оставил. Это другое уравнение. Это уравнение мы сейчас тоже составим. Давайте-ка мы составим и поделимся. Это что такое? N на n минус 1 пополам. Это что такое? Это должно быть n на n минус 1 пополам умножить на n минус 2, n минус 3 пополам. И еще умножить на что? N минус 4, N минус 5 пополам, и все это делить на 6. Потому что 3 элемента переставляются. Но, ребята, это решить тоже очень легко. N минус 1 пополам мы просто зачеркиваем. И здесь вот 2жды 2жды 6, это 24. Получается уравнение, что 24 это есть N минус 2 умножить на N минус 3, на N минус 4 и на N минус 5. Ну вот, очевидно, число 6 удовлетворяет. Все меньшие не удовлетворяют, потому что число слишком маленькое, а все больше не удовлетворяют, потому что это возрастающая функция, поэтому если в одной точке равенство, значит, во всех других не получается. Замечательно. Правда, вы мне, конечно, скажете, что тут замечательно для 6 есть для этого уравнения. А что будет в общем случае? Да ничего себе. Надо просто написать уравнение для этого самого общего случая. И мы сейчас, я думаю, формулировку теоремы силы не помнили, и мы сейчас великолепно все увидим. Значит, итак, что такое общий случай? N умножить на n минус 1 пополам.
Это должно быть, значит, взглянательно у нас будет с вами кафтриал. Теперь, что у нас будет? Кафтриал – это количество этих там пар, да, которые мы берем. А в числителе будет как? N на N минус 1 пополам, N минус 2 на N минус 3 пополам, и так далее, и так далее. И в конце концов на каждой паре у нас будет N минус 2K минус 2 умножить на N минус 2K минус 1, и это пополам. По-моему, правильно, да? Потому что когда была первая пара, то здесь вычиталась единичка. Стоп. Минус 2К плюс 2, а здесь тоже плюс 1. Итак, когда была первая пара, здесь вычиталась единичка, это как раз соответствует вот этому числу, когда K равно 1. Когда вторая пара вычитается тройка, это соответствует вот этому. Все, отлично. Вот у нас должно быть такое уравнение. Ну, как его записать по-другому? Понятно как? N на N минус 1 пополам сократится. Вот эту вот степень двойки, мы ее тоже туда перенесем. И получится 2 в k минус 1 степени умножить на k факториал. Это есть произведение таких множителей. N минус 2, N минус 3, N минус 2k плюс 2, N минус 2k и плюс 1. Ребята, сколько здесь всего множителей? 2k минус 2 штуки. Ну, если хоть один из этих множителей 0, то тогда здесь 0, значит, уравнение точно неверно. Если же они все не меньше единицы, то эта штука не меньше, чем 2k минус 2 факториал. Эта штука не меньше, чем 2k минус 2 факториал. И значит, мы получаем такое неравенство, что 2 в степени k минус 1 умножить на k факториал больше или равно, чем 2k минус 2 на факториал. Заметьте, что в случае, когда k равно единице или двойке, или тройке, мы все разобрали. Поэтому у нас на самом деле k начинается с четверки. Вот уверяю вас, что это уже неверно. Давайте посмотрим. Когда k равно 4, то здесь у нас что будет? Здесь будет 2 в кубе, это 8. 4 факториал – это 24. А здесь будет 4жды 2 – 6 факториал – это 720. Ну, согласитесь, что это лучше. Правильно? На самом деле неравенство в обратную сторону. 8 на 24 – это меньше, чем 720. Вот. И на самом деле вот так. И смотрите, что происходит при переходе от k к k плюс 1. У нас здесь вот добавляется двойка одна и добавляется число k плюс 1. А здесь у нас добавляется 2k минус 1 и добавляется 2k. Ну, ребята, видно, что вот это число явно больше, чем вот это, правда? У нас k больше, чем 4, поэтому ну, здесь просто квадратичная штука, а здесь линейная. Все. Мы доказали важную вещь, что совпадение, которое произошло вот в этом месте, вот здесь у нас 15 и здесь 15, на самом деле произошло только один раз. Вот это вот одно, один раз одно уравнение имело решение, и больше никогда в истории симметрической группы такого не бывает. Теперь, что называется, ну и что? А почему есть автоморфизм? А вот почему. Ребята, если вы берете цикл длины больше, чем 2, то порядок этого элемента в группе больше, чем 2. Помните, в начале лекции мы обсуждали, если у вас цикл из 4 элементов, то в какую степень его надо возвести, чтобы получилась единица? Четвертая. Если у вас цикл там, длиной 29, то в какую наименьшую степень его надо возвести? 29. Замечательно. А если вас интересуют элементы группы, которые в квадрате равны единице. Поставим вопрос такой. Решаем уравнение. x квадрат равно единице. Вот, заметьте, пожалуйста, кстати, уравнение в группах решать, это не вполне тривиальная задача. Вот, например, для группы кватернионов. В квадрате получается единица. Сколько решений у такого уравнения? Два. Два. Единица и минус единица. Отлично.
А в четвертой степени получится единица. Сколько решений Кудакова уравнений? Много. Ну все, кай. Шесть штук. Все, кроме. Поняли, да? Вот, поэтому в группах бывает все, кроме чего? Много решений. Что? Все, кроме чего? Все, кроме единицы и минус единицы. И в четвертой это единица, и минус, и в четвертой. К в четвертой, минус К в четвертой. А единица в четвертой единица. Единица в четвертой нет. В смысле, что все элементы группы удовлетворяют уравнению, их с четвертой равно единице. Но при этом среди них есть один элемент второго порядка, это число минус один, и один элемент первого порядка. Вот смотри, я же здесь интересовался элементами второго порядка. И только ими. Заметь, и только ими. Заметь, элементы второго порядка, они выглядят вот таким образом. Это или один цикл из двух элементов, или два независимых цикла в каждом квадрате, или три цикла в каждом. Понятно, да? Так вот, господа, помните ли вы, что сопряженные между собой элементы – это элементы с одной и той же циклической структурой? Помните? Был такой сегодня. Мы учились, ну это было x, g, да? g, x, g минус первый. Получается так, можно написать x в виде циклов, и внутри этого цикла каждое число заменить на g первый, так? Так вот, смотрите, какую прелесть. Если я хочу получить внешний автоморфизм группы S6, то лучше всего, если я возьму и пошлю вот эту вот штуку вот сюда, тогда он точно будет внешним. Понимаете, в чем? Любой внутренний автоморфизм переводит цикл из двух элементов в цикл из двух элементов. То есть там, где было АВ, станет ЖВ. А если цикл из двух элементов перешел черт во что, вот в такой вот три цикла в каждом по два элемента, значит это точно внешний.